В Орле прошли соревнования по пожарно-прикладному спорту. В них, помимо профессиональных команд, приняли участие дружины юных пожарных. В состязаниях участвовали сборные команды пожарно-спасательных частей городов Орел, Ливном, Ценск, села Спасско-Лутавиново и специализированной пожарной части. Поздравляю с открытием. Желаю вам, чтобы все умения и навыки не пригодились в практике, а только здесь, вот на башне, на 100-метровке, чтобы все прошли соревнования гладко и чтобы победил сильнейший. В составе каждой команды тренер, 7 взрослых спортсменов, 6 юноши, а также девушки. Соревнуются они в дисциплинах 100-метровая полоса препятствий, подъем по штурмовой и трехколонной коленной лестнице, пожарной эстафете и боевом развертывании. С трудом можно сказать и предугадать победителей сегодняшнего соревнования, потому что все подразделения, которые сегодня участвуют в данных соревнованиях, это подразделения первой зоны, соответственно, они имеют такую достаточно хорошую подготовку именно вот в рамках данных соревнований. То есть, можно сказать, и предугадать, в принципе, нельзя. В ходе напряженной и бескомпромиссной борьбы весь пьедестал почета заняли орловские спортсмены. Победителем соревнований стала команда пожарно-спасательной части номер 2 по охране северного района города Орла.